На чем их можно упрекнуть? Солдат, которых не рвут. И снова в бой идет живой забытый полк. Дорога вверх, на перевале дым. А по обочинам сгоревшие КАМАЗы. Здесь каждый третий остается вечно молодым. Когда нажмут курок, прицелившись под каску. И снова брызгами стекло, и снова чья-то боль. Снова красная разметка на дорогу. Место в засаде. Внимание! Начинается памятный митинг, посвященный Дню воинов-интернационалистов России. Хранит земля войны минувшей шрамы, погибших имена, бесчувственный гранит, гвоздики красные, холодный мрамор, рыдания женщин у могильных плит. Афган, Чечня, таджикская граница. И снова сыновей мы отправляем в бой, безусых, не успевших опериться, и костыли опять стучат по мостовой. О, Русь моя, о, боль моя Россия, где мне слова такие отыскать, и где мне взять такие силы, чтобы о судьбе твоей без слез сказать? Здравствуйте, дорогие северонежцы, уважаемые гости, ветераны боевых действий. Сегодня, 15 февраля, отмечается 31-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этот день мы чествуем воинов-интернационалистов, которые самоотверженно решали возложенные на них боевые задачи в горячих точках. В этот день мы преклоняемся перед семьями, не дождавшихся своих родных. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, объявляется открытым. Ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих. К вам обращается глава администрации муниципального образования Северонежское Юрий Алексеевич Старицын.
Уважаемые земляки, сегодня вся страна скорбью вспоминает те страшные моменты, когда наши солдаты, защищая честь, совесть нашей страны, отдали свой долг интернациональный в битве с неприятелем, в битве с врагом. Мы низко преклоняемся и чтим этот подвиг, чтим и вспоминаем наших земляков. Говорим огромное спасибо родителям, родным и близким наших погибших товарищей. Мы говорим спасибо тем, кто вернулся с полей сражений. Мы говорим и гордимся, говорим вам и гордимся вашим подвигом. Уважаемые северонежцы, подвиг наших земляков будет вечно в наших сердцах. Мы гордимся и чтим память. На месте. Стой. Направо. Война коснулась многих наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей. Сегодня в муниципальном образовании Северонежское проживает около 100 участников локальных войн, вынесших тяжелейшие испытания. Мужество этих людей и преданность воинской присяге – яркий пример гражданственности и патриотизма для многих поколений. Слово предоставляется председателю собрания депутатов муниципального образования Северонежское Елене Леонидовне Фенглер. Уважаемые участники митинга, именно этот день стал днем памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, которые участвовали в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья. Мы помним о тех наших современниках, прошедших огненные версты войны в мирное, казалось бы, время, которые живут среди нас, и о тех, кого нет. Для всех матерей, потерявших своих детей, которые исполняли свой воинский долг, нет срока давности. Они ждали и ждут своих сыновей. Низкий поклон родителям, стоявшим сегодня вместе с нами, которые вырастили героев, защитников нашей Родины. Память живет в наших сердцах и вот в таких ежегодных встречах. И сегодня мы преклоняем голову перед памятью павших. Всем вам хочется пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия. О, сколько было подвигов на свете! Они уже в предание вошли. Из уст в уста их повторяют дети на всех материках большой земли. Но из всего того, о чем мы слышим, и из того, что мы вершим пока, солдатский подвиг мы считаем высшим и бескорыстным на века. Да, такие понятия, как долг, честь, отвага, всегда были на первом месте у русского солдата. И когда он освобождал страну от фашизма, и потом, спустя годы, исполняя свой служебный долг за пределами Отечества. Молодым ребятам, внукам своих дедов, победителей Великой Отечественной войны, также пришлось пройти дорогами войны афганской и чеченской. Слово предоставляется заместителю председателя общественной организации «Боевое братство» Северонежского отделения Рослякову Михаилу. Уважаемые участники акции, разрешите поздравить вас от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Северонежское отделение с этой памятной датой. Именно сегодня мы собрались вспомнить те события, которые проходили. Помню тех ребят, которые мужественно защищали интересы государства за пределами Отечества, за пределами Родины. На сегодняшний день, к сожалению, до сих пор проходят военные конфликты, где наши военнослужащие выполняют боевые задачи. То есть это я говорю про Сирию. То есть наши солдаты до сих пор воюют и продолжают выполнять задачи, которые ставят государство перед ними. Охота пожелать, чтобы ребята все вернулись живыми, здоровыми. И обязательно вспомнить тех ребят, которые остались в нашей памяти, которые не вернулись с тех событий, с тех
войн, в которых они участвовали. Низкий поклон им за мужество, за героизм их. Также хочу сказать большое спасибо матерям, которые воспитали настоящих защитников Отечества. Спасибо большое. Минута молчания. Это много или мало? За тех, кого рядом уж больше не стало. За тех, чья судьба оборвалась так круто. Минута молчания. Прислушайтесь, люди. Пожалуйста, тише. Вдали отгремела война. Минута молчания погибших мальчишек чтит в эту минуту страна. Им много не надо. Лишь память да верность. Да скромный букетик цветов. Ненужными стали им льготы и слава, и каменный блеск орденов. Так встаньте же, люди! Они заслужили, чтоб их вспоминали порой. Почтим их минутой, минутой молчания, всего лишь минутой одной. Когда неуважение и почтение к воинам-интернационалистам, к тем, кто погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня. Пусть для всех их наша минута молчания станет минутой памяти. Человек наших земляков погибли во время вооруженных конфликтов. Их имена занесены на памятную мемориальную плиту, установленную в 2016 году здесь, на этом камне памяти. Это капитан Ярагин Сергей Михайлович, капитан Львов Владислав Иванович, старший прапорщик Максименко Виталий Владимирович, старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич, младший сержант Кисель Александр Николаевич, ефрейтор Петроченко Сергей Леонидович, рядовой Емельянов Вячеслав Валерьевич, рядовой Шулепов Сергей Геннадьевич, рядовой Аликов Евгений Евгеньевич. День памяти, памяти, победы праздник. Несут венков живую связь, тепло букетов, красок разных. И чтоб не терялась с прошлым связь, и плиты скорбные согреты, цветов дыханием одним. Прими, боец, как дар все это, ведь это нужно нам, живым. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области и юнормейцы отряда «Штурм» Северонежской школы возлагают памятные венки к подножию камня памяти. Слые бури, на три нас свистят.
Поселка. Наши гости. Сегодня рядом с нами на митинге присутствуют родные погибших наших земляков. Обратите внимание, вот эти женщины и мужчины каждый год приходят сюда к нам на митинг. Это Антонина Николаевна Львова. Это Валентина Альбертовна Емельянова. Это Надежда Николаевна Петроченко. Это Роман Юрьевич Кичаткин. Это Нина Павловна Атюшева. Это Татьяна Витальевна Адамчик. Дорогие наши жители, родственники погибших ребят, примите, пожалуйста, от главы муниципального образования Северонежское эти памятные гвоздики. Низкий вам поклон, мира вашим семьям и всех вам благ. Своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком пьедестале, венчая собой лучшие качества человека, гражданина и патриота. Сегодня у нас с вами одна цель – не забыть о солдате, о его верности воинской присяге, о чести и мужестве, умении проявить свои лучшие качества в самых сложных ситуациях. Перед нами стоит общая задача сберечь память наших прадедах и дедах, не пощадивших себя, своих жизней во имя нашей жизни. И никогда не забывать историю военных лет, историю своей страны, какая бы это ни была война. Отрадно осознавать, что для этого на территории нашего Северонежска проводится большая результативная работа по воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну, за свою историю. Очень много для этого проводят работы дошкольные учреждения, детские сады «Елочка» и «Солнышко», дом детского творчества, Северонежская школа, на базе которой есть кадетский класс, юноармейский отряд «Штурм», клуб «Патриот». Это и, конечно же, наш УФСИН России по Архангельской области и Северонежское отделение организации «Боевое братство». Мы надеемся, что в этом году, 9 мая, в 75-ю годовщину Великой Победы, наш Северонежск от мала до велика соберется здесь же,
чтобы почтить память наших предков и отдать дань уважения ветеранам, героям-победителям. Разрешите митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, проходивших свой служебный долг за пределами Отечества, считать закрытым. Благодарим всех присутствующих, и сейчас каждый может возложить цветы камню памяти и зажечь свечу. По глотку еще воды. Заболела голова, кружится, но что снегом вся земля кружится. Что ж за хмурим не спеша, отдохнет пускай душа от обиды старых ран. Слышь, братан, все устали, сил на донышке, и куда ни кинешь взгляд, только тучи прячут солнышко, в небе беркуты кружат. Всюду кручи и обрывы, не найти пути назад. Ни засад, ни мин разрывов, только горы сторожат. Болела голова, кружится, но что снега вся земля лужится. Что ж за курим не спеша, отдохнет пускай душа от обиды старых ран.